с благословения синода и дозволения высшего начальства на постных неделях Великого Поста кинематограф призван к проповеди. Из первых же шагов оказался замечательным проповедником. Проповедь без слов, но проникающая в самое сердце. Даже дальше. В самую печень, в самый желудок, в самые почки. Проповедь без слов, мимо проповедь, как бывает мимо драма. На экране выворачивается наружу человеческий желудок. Желудок человека. И желудок пьяницы. За человека страшно. Желудок человека – зрелище в достаточной степени противное. Но желудок пьяницы – нечто еще в несколько раз более противное. Из желудка человека, из этих отвратительного вида бородавок, капает желудочный сок. Из желудка пьяницы, сожженного и полуразрушенного, желудочного сока почти не выделяется. Кусок пищи висит в нем, и как его ни тряси, не распадается на свои составные части. Пищеварение остановлено. А слепые люди пьют водку для пищеварения. Огромная польза этой картины стоит вне всякого сомнения. На экране выворачивается наружу печень человека. Кровоточащее и желчедышащее удивительнейшее приспособление, которое позволяет человеку оставаться человеком. А вот печень пьяницы. Вы приняли бы ее за печень любого другого животного. Так не похожа она на печень человека. У одних пьяниц она гипертрофирована, совсем как у слона. У других атрофирована, сморщена и затвердела. Вот какой ясный и яркий яд. Я уже сказал, что польза картины не подлежит ни малейшему сомнению. На экране живая очередь у казенки. Словно прикованы они к этим самым заветным проклятым дверям самого присутственного изо всех мест России. Какие типы! Подонки всего города, гной города, смердящий и заражающий воздух. И подумать, что такие гнойники находятся на каждой улице. Городские пьяницы смотреть картину не придут. На экране дети пьяниц. Без вины виноваты. Дети гноя. Слабоумные, идиоты, эпилептики, водяночные, рахитики, паралитики. Ужас леденит сердце. Я совершенно согласен с теми газетными отзывами, в которых говорится, что реализм картины на людей нервных и малоподготовленных должен действовать потрясающе. На экране слова. Огненно-красные слова. И все это об одном. Проклят тот день и час, когда вы подняли ко рту первую рюмку. Тут и полное притупление нравственного чувства, и белая горячка с галлюцинированием, в котором на первом плане фигурируют черти и зеленый змей. Тут тяжелые сумерки души и утрата навсегда человеческого достоинства. Смотрю и думаю. Не за деньги. Не для избранной публики, а для всеобщей бесплатной миропроповеди поставлена картина Ханжонкова. Картина оставила во мне глубокое впечатление. Правительство должно ее купить и показывать всюду.